Всем привет, друзья! С вами канал Fox Mulder. Продолжаем игру под названием «Последний день июня». Все-таки июня, я вспомнил, что не июля, как в предыдущей серии. Я что подумал? Мы сейчас с вами играли за девицу-красавицу, которая не привязала коробки. Я вот что думаю-то. Ну, не сейчас, а... В предыдущей серии, естественно. Может быть. И, кстати сказать, мы там не открыли одну дверь. Дверку, калитку, называйте как хотите. Где были у нее воспоминания? То есть, вот этот шар, как бы, шар с воспоминаниями, что ли, как бы его так назвать. Я вот что думаю, там был проходик небольшой между каких-то веток, кустов. Может быть, пацан сможет пролезть? Давайте, вообще, можно ли так сделать? Может быть, за пацана стоит поиграть нам? Перемотать назад. Давайте-ка пацаном сыграем. И нам надо как-то веревку бабе отдать. Или, может быть, взять, как-то снять эту веревку пацаном. Или отдать ей, хуй знает, в общем, давайте сейчас... Ой, матом обещал не ругаться в этой игрушке. Ну ладно. Один раз не считается. В общем-то, вот у нас опять улетает воздушный змей, его полет высок. Ага. Собака у нас лает. А, мы уже с мячиком, да? С мячом, подождите-ка. Стоп, 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 стоп. Слушайте-ка, а не понял. А если я могу пройти вот туда? Погодите, погодите. Время там сколько показывало на башне? Блин, не видно. Ваши возможности? А что наши возможности? Чуть такое. Ага. Ваши возможности. Что это означает? Возможности мои и баб... И бабские, что ли? О, вот, слушайте-ка. Тут история-то по порядку вот идет. Вот баба у нас, да? Правильно. А мы бабы-то открыли ворота-то. Вот эти вот открывали все калитки, по-моему, с вами. Только вот, а там почему закрыли? А, это тут мы не дошли до этой калитки, да, видимо? Давайте ее пацанам откроем, посмотрим. То есть вот мы открыли проход. Вот у нас еще есть воспоминания, пацаненка. 4 из 20. Хорошо. Так, да, ой, а на какую кнопку воспоминания-то? А, вот так вот, на вот это вот. То есть у нас у пацана уже 3 воспоминания, у одного бабы. То есть они тут с другом в футбол играют, или что-то с мячом. Тут они деда разозлили. А вот это что такое? А, друган у него, видимо, переехал. И остался наш пацаненок один. И на память, судя по всему, отдал свою кепку. Все понятно. Давайте сходим. Господи, блин. Никак не выздоровлю, ребят. Так что кашель, сопли. Извиняйте. А, вот еще, да-да-да, мы бабы открыли вот эти калитки же, когда листья сгребали. И у нас вот здесь вот еще проход-то будет, да? Ну-ка, ну-ка. Давай-ка мечом-то. Да, действительно. Получается так, что... Вот, тут все взаимосвязано. Ладно, теперь понятно. 5 воспоминаний у нас, да? И чего здесь такое? А у нас у пацана уже 4, еще одно осталось найти, судя по всему. А, здесь играют с мячом, здесь они убегают от деда. Здесь они мячом разбили стекло, окошко. А здесь уже пацан уезжает, значит, надо еще одно воспоминание найти этого пацана. Давайте-ка сходим сейчас мы с вами, пожалуй... Вот к воспоминаниям... Где выход? Вот. К воспоминаниям бабёхи нашей. Посмотрим, что там, пролезть можно как-то или нет.
Не, нарисован, конечно, игрушка классно. Вопросов тут нету. Вот, я про это, по-моему, говорил, да? Нет, глядите, нельзя. Жаль. Стоп, а это что такое было? Погодите, погодите, меня тут что-то ведь моргнула кнопка какая-то. Эй! Было какое-то действие, чуваки. Я же видел. А, это бежать просто было написано. Ну нет, конечно, пацан эту дверь не откроет. А что же делать тогда нам с вами? Здесь шлагбаум закрыт, потому что нету коробки. Коробка у бабы на машине стоит. Ладно. Я встретил вас, и все былое. Опа. Стоять. Мы играли за пацана, вот эта калитка была закрыта. То есть, ну-ка. То есть, сейчас что делаем? Да, вот висит веревка, она же нам не нужна сейчас. Вон оно что, Михалыч. Мы сейчас мечом просто воздушную змей-то собьем, как бы. А выходит, бабой тогда нам надо будет украсть веревку, что ли, так? Ну-ка, давай попробуем. То есть веревка-то нам... Или, подожди, или нужна будет? То есть пацан получил свой, как бы, воздушный змей, так? Я понимаю. Что-то, блин, ничего не понимаю пока, если честно. Они опять играют, но как нам веревку-то у них взять? Странно. 7 часов. 7 часов сейчас эта бабеха поедет опять на машине. И, в общем-то, все то же самое случится. Ну все, давай. Блин, как пропустить-то вот этот? И никак не пропустишь все эти. А, вот. Видимо, можно, что ли? Или нет? Нет. Да. Пока не понял. Ну ладно, так, у нас сохранялка есть. Ну-ка, если за бабу мы сейчас сходим. Перемотать назад. Блять, как-то странно. Тут как сюжет это радует. Как что-то криминальное чтиво фильм мне напоминает. Там тоже как бы обыграны разные периоды времени. И все сходится в одно. В один сюжет, как бы. Ну, вот мы бабехой идем. Так. Ну вот, допустим, мы ставим коробку. Но нам нужно обмотать все это, чтобы не упало. Крючки же есть. Ну все правильно, да? Ну-ка. Побежали туда. Такой летящей походкой. Так, а может быть мы что-то... Блин, что-то мы, может быть, упустили еще. Я немного не понимаю. Так, эти с дедом там смеются уже, правильно? Правильно. Веревки нету. Ну, действительно нету, а как же быть? А там грабли, интересно, остались. Может быть, по башке им дать граблями, да и все. Да веревку отнять. Ну-ка. Или же... Черт побери. Нет, они не хотят нам отдавать эту хрень.
Никоим образом причем. А что же делать-то? Может быть... Так, подождите-ка. Если мы сейчас уедем, там у нас ничего нету. Если мы сейчас уедем и... У нас... Бляха-муха, ничего не понимаю. У нас калитка открыта. Калитки остаются открытыми, судя по всему. Ну-ка. Так. Да, я вон ту калитку пацаном открыл. А может быть... Стоп. Кажется, у меня какая-то идея возникла. А может быть, сейчас нам за пацана... Блин, опять этот ролик смотреть дурацкий. Да еще не один раз придется, скорее всего. А может быть, нам за пацана... То есть у нас калитки открыты, получается так, да? Если мы сейчас за пацана... Блин, как хреново, тут пропустить-то нельзя. Вот эти все ролики, 20 раз одно и то же смотреть, не очень интересно, если честно. Сейчас попробуем, знаете, что сделать? За пацана. То есть не скидывать воздушный змей. С этой самой, с какой... Так, а. С кольца баскетбольного, а просто сразу же бросить мячик на дорогу. И потом сыграть забаву, правильно я так понимаю? В итоге. Ну-ка давай к пацану иди. В итоге у нас получится что? У нас получится веревка-то висеть на месте, наверное, останется. То есть он не воспользуется ею для воздушного змея. Логично? Логично. И выйдет так, что... Давай, чувачок. Пошли сейчас сразу, быстренько мы бросим мячик на дорогу. Угу. Ну-ка, псина вонючая. У нас там веревка останется висеть. Ну-ка, давай, давайте попробуем просто. Я даже не знаю, что делать. Ну-ка, давай-ка. Полкан. Полкан, блин. Фу, не буду больше матом ругаться. Вот, он кидает ее на дорогу. Пацан бежит. О, смотрите, новый сюжет какой-то. Точно, у нас веревка остается висеть на заборчике каком-то или на чем ли там. Этого не было еще у нас такого развития событий. То есть и баба у нас едет. Упали коробки у нее. Пацан. Нет, ну все-таки они разбиваются не из-за бабы, а из-за пацана. Хорошо. Переезжаем к бабе. Давай колесо. Перемотать назад. Если сейчас веревка останется висеть на месте, мы ее крепим. Крепим. Вернее, не ее крепим, а наш груз в кузове крепим. В машине. И смотрим, что будет дальше. Ну, давай, побежали. Так, кладем ее в нашу коробочку. Ну. Значит, побежали к деду. Посмотрим, что у него у деда-то есть. Ну, я думаю, веревка там и висеть осталась. Эти разбились в 7 часов вечера, я так понимаю. Наши главные герои. Чувачок и его чувиха. Во, веревка висит. Веревка. Может спросить у меня, может так отдаст. Ну-ка. Так, ну-ка.
не зажопит? Вот, смотрите, он разрешил нам... Че? Поздороваться. Ладно, хрен с ним. Все, нам отдал веревку, мы сейчас закрепим наши вещи. А что уж будет тогда? Кони, наверное, не разобью. Или подождите, нет. А пацан-то все равно же на дорогу выбежит у нас. Давай-ка закрепи-ка ее. Пацан выбежит все равно на дорогу, судя по сюжету. Я так понимаю, во всяком случае. Да, мы закрепили, закрепили. И... Поехали, бабеха. К концу дня. Блин, машина так в старинном таком стиле сделана. Обожаю. Заводи мотор. Так. Ускориться. Я лично бухаю, а кто-то колется. Смотрите, я даже опять рулем могу крутить. Нам налево, да, ведь, по-моему? Или на... А, нет, она сама поворачивает. Вот 7 вечера. Правильно? Правильно. Эти два едут наших, Гаврика. Так, это у нас выходит так... Я понял, это у нас два действующих лица. Будет сейчас. Вот наша бабеха. Че это? А, она пацана увидала. Все, пацан убежал. И мы приезжаем, и все, никто ничего не разбивается. Че-то. И че, конец игры, что ли, опять? Все, наша парочка успешно проезжает к себе домой. Ну, наверное, игра на этом не заканчивается. Я так понимаю. Хе-хе-хей, тысяча боярских. Нет. Чё-то не то. Коляска, потому что он стоит у него. Значит, мы что-то не досмотрели. Авария с коробками. Исчезла, появилась наша бабёха. Да, нет, он все-таки до сих пор на коляске, как бы. Оп, уже можем ехать, да? Ну-ка, давай пойдем, где у нас тут галерея-то, блядь, наша. Тьфу, еб. Ну-ка. Вспомнить. Давайте вспомним. Охотник. Охотник я. А, слушайте, а может быть сейчас мы будем за охотника вот за этого играть? Дикого. Он видит, значится. Ты что наделал-то? А, погоди. Короче, в итоге во всем виноват дед старый окажется. Охотник. Ага. Значит, это все выходит, ну, на данный момент случилось из-за охотника, который какой-то хрен встал на обрыв, и он и обрушилось вот этот оползень, как произошел, или как это назвать, камнепад, вот. Все. А куда нам ехать-то? А, это мы опять на улицу вышли. Выехали, в смысле. Тут что-то у них такое произошло непонятное. То ли... Че вот она? Она в предыдущей серии-то мы, что ли, с вами видели? Или в первой? Или... Она беременная же была, да?
Нет, она ничего не хочет тут, как бы. А здесь что у нас? А, это он ей подарил какие-то кисточки, да? Судя по всему, да. О, а это, подождите-ка, это куда идет? Калитка открывается, значит, тут что-то есть. По-любому. Так, ладно. Едем дальше вниз. Вот это мы, по-моему, с вами читали. Да, это мы с вами читали. Почему она на коляске-то? Почему она на коляске? Что, она плачет? Вот где-то здесь, что ли? Вот она. Я и говорил, я помню, она вот... Что-то тут... Где она? Вот это, что ли, беременная-то она? Да, она тут как беременная, что ли? Здесь. А, вот она с животом-то, точно, я ж помню. Да, она тут с животом. Ну, вот мы с вами читали, по-моему, все. Вернее, не читали, а пролистывали эти воспоминания. Леха-муха. Закрыто? Да, она закрыта с той стороны. Ладно. Эй, где выезд-то? А, вот он. Я что-то то ли плохо стал, может быть, она ребенка потеряла или... Еще что-то. Тут нету ничего. А тут что такое у нас? А, тут лестница. Я не смогу по лестнице скатиться. Хотя мог бы упасть, тащить за собой коляску. Вообще так игруха-то интересная. Это с таким каким-то это самое... С каким-то огоньком, искоркой. Что-то как расследование такое, детектив, так сказать. Так, вон там у нас было воспоминание бабы. О, стоять. А вот эта калитка-то в настоящем времени, она закрыта ведь. Это дом этого самого, охотника. Это что-то тут. Куда он там указывает? Беседка? А, он типа того, может быть, разрешил порисовать из его беседки, что ли? Это его дом, наверное, я так понимаю, да? Ничего, так устроился. Тут, видимо, какой-то местный воротило. Воротило бизнеса. Нет, тут тупик. Тупичок, тупичок. Куда же нам идти-то? А! Ну-ка. А вот это вот, что за фотография? Так, она у нас в действии. Подождите, а здесь что такое у нас находится? Здесь тупик тоже. Я так смею предположить, что, наверное, сейчас будем за охотника играть вот за этого. Ну-ка, давайте поглядим. Воспоминания охотника, наверное, сейчас у нас будут тут происходить. Так же, как было и с бабой, и с пацаном. Ага. Видимо, в нашей галерее... Ой. В нашей галерее там вот третий холст активировался. Ну, ладно. Пойдемте-ка домой тогда, что ли, съездим. А где у нас проезд домой-то? Разбитая тачка стоит, кстати. Это, видимо, вот на ней в аварию попали. А здесь вот... Здесь мы откроем калиточку. Калиточку. А где вход домой-то? Я уж что-то забыл. Эй, пустите меня в дом-то. Откуда я выехал? Я припарил. Здесь нет выезда. О, а вот тут вот дом деда. Ага. Ну, я по нему что-то, наверное, не заеду по ступенькам-то. Здесь тоже тупик. Ну, хорошо. Блин, тут лестница. А как мне тут домой-то попасть? Я забыл, откуда я выехал-то. Давайте в это самое, по обратному пути пойдем.
Вот это вот наш дом, да? Судя по всему, ну, раз машина стоит разбитая, наверное, все-таки да, это наш дом. Блин, как нам к холсту-то попасть? А, ну-ка. Да, вот, дверь-то открытая же. Черт побери. Да ё-моё. Ты заедешь или нет? Кстати, обратите внимание, тут нет шлагбаума. Да, все, поехали домой. Домой, пора домой. Ну-ка. Посмотрим, что за воспоминания тут. У охотника. Пух, опять полтергейст сработал. Сработал четко. Спасти ее, да? Давайте спасем ее. Что за история будет у охотника? У него тоже там много было вот этих вот сфер. Сферы, блядь, шар воспоминания. Как это назвать? Называйте как хотите. Суть не меняется. 3 часа дня у нас. Это то? А, это мы, наверное, у охотника домой. Это, наверное, какой-то его предок, что ли? Дед? Или отец? А, наверное, вот этот вот дед. Черт его знает, а может быть это одно и то же лицо. Может быть тот где-то это отец или наоборот. Не знаю. О! Че? Птица стащила медаль. Лови ее, ты че? Ты же охотник. Схвати дробовик, ты чтобы все перья только из жопы повылетали. Догоняй! Ах ты сраная синичка. Вот он что стрелял-то по воздуху. А мы думали, он сама сошел. Я вообще, если честно, подумал, что это бабочка какая-то. Твой брат увидел ее краем глаза в первой серии. Думал, что действительно мужика крышу снесло как бы. А он оказывается... У него оказывается птичка... Позорненькая, стащила медальку. А медаль, наверное, кто-то завоевал из предков, или отец, или дед. Кто там? А, это наша парочка собирается на пристань. На пристань, значит, да? А у нас сейчас, кстати, откроется одна дверь уже точно тогда будет открыта. Это дверь вот как раз в поместье вот этого чувачка, нашего охотника. Хантер. Ну все, у нас открылся третий персонаж. Блин, яблоки с арбуз, наверное, величины. Птица, давай, хватай пушку, ты че, тормозишь? Хватай дробовик дедушке, двухстволку. Ну, какая наглючая птица, а? Надо же. Так, все, поехали. Давайте поглядим сначала, что здесь, может быть, что-то взять можно еще. Тут, видимо, прям целый клан какой-то охотников. Вот это вот, наверное, что там? Какие-то зверюги. То есть бизон, там еще что-то был. Целый клан охотников. Носорог или кто это? Кабан? Нет, наверное, носорог все-таки. Тут еще комнатенка какая-то есть. Давайте заглянем. О, еще одна пушка. Нет, наверное, все-таки это отец его. Я так предполагаю. Хрен его знает. Это, наверное, вот охотник в юности. А, картины смотреть можно? Смотреть можно? Да, наверное, это все-таки батя. Это что за это самое? Ручка сливная. Из слона. Слон. Слон тоже без глаз. О, медведя вальнули. Молодцы.
А вот сюда-то нельзя зайти нам? Там, кстати, тоже комнатенка какая-то есть. Что там? Тоже глобус. Ну ладно, пойдемте птицу замочим. Потому что птица это что-то вообще обнаглела. Вон она, в яблоках. Утка в яблоках. Вон она. Так и хочется сказать нехорошее слово, но не буду, обещал. Не ругаться матом. Позвать собаку. Полкан? Ну и вот нафиг этого охотника. Лучше он с пацаном в мячик поиграть. Правильно. Хорошо. Да нафиг она нужна, эта собака, она там занята. А, это собака-то охотника все-таки. Выстрелить? Давай-ка пальнем по ней. На! Ты что, с двух метров в какого-то соловишку не попал? Эх ты дурень, дурень, а? Тут что воспоминания-то у нас? Ну-ка. Это пацан? Да, это пацан. Пацаненок у нас. Оп, рассмотреть. А, картина. Это... А, воспоминания, значит, картина... Вернее, наша девица рисовала наш же собственный дом. Вон она что. Тук-тук-тук. С ружьишкой-то не больно удобно бегать. Ладно, пойдемте походим сначала по этому самому. Как его? По территории. Как это назвать? Вообще городишко, деревня. Хрен его знает. Поселок какой-то. А вон, кстати, одно из наших воспоминаний. Погоди. А, да, воспоминания у нашего охотника. Есть, 6 воспоминаний у нас уже есть. Давайте-ка глянем, что это такое. А, ну, как раз первое. Ага, вон оно что, значится. Главный наш герой когда-то был, вернее, дружил с охотником, но дед запрещал дружить. Понятно. Отец запрещал. Ладно, хрен с ним, пойдемте дальше. Отец запрещал дружить. Хорошо. А я вот что вижу. Да, глядите-ка, мы сейчас откроем воспоминания нашей любовницы. Так ее назовем, что ли. Откроем вот эту калитку. И, наверное, нам придется сыграть еще за любовницу нашего главного героя. И сюда зайдем и посмотрим, что у нас тут за воспоминание такое есть. А пока давайте просто побегаем сейчас по территории, как бы. Вот псина. Наша глупая. Ну ладно, пусть пока не играют там. Или, может быть... Собака. Нет. Ну ладно, играй давай. Дальше. Пацану тоже нужна компания. А мы с вами походим. Вот еще одно воспоминание. Ну-ка. А мы его можем взять, кстати, да. Еще одно. Глянем. Что такое? Блин, оно уже предпоследнее. Ну, давайте все посмотрим все равно. Слона замочили. Слоны животные полезные. Слона, значит, замочили с отцом. Ладно. Слонок. Так, а куда же еще-то идти нам? Блин, я что-то забыл посмотреть, сколько время сейчас. Нет, здесь нет ничего. Судя по всему. А, к учителю... Блядь, почему мне вот это самое... Вот этот вот бабёх и любовница. Почему все время учительницу напоминает какую-то? Хрен знает почему. Блядь, может, у неё спросим чего? Не хочет охотиться с нами? Ах ты ж... Где птица-то? Она где-то тут стрекочет. Сволочь. Вон она.
Ну давай, пали по ней. На! Куда она? На следующее дерево. Сволочь. Выстрели, давай еще по ней. Че, под это самое? В каждую яблоню, что будет залезать? Вот сволочь какая. Ну давай еще, пали по ней прям. Ну у нее перья-то вылетают, значит попадают. Перья из жопы, когда вылетают, значит верный признак того, что... Вон они все летят и летят. Верный признак того, что мы попадаем по ней. Погодите, давайте походим. Тут мы уже, по-моему, вот к этому обрыву как раз. Вот, это он, да, ведь? Как раз к этому обрыву приблизились, который... Земля обвалилась у которого. Ладно. Давайте-ка сходим туда. Погляди, может быть, еще у нас какие-то воспоминания будут. А может и не будут. Нам что-то нужно сделать. Нет, тоже не может открыть. Вот. Какие-то калитки же он может открыть. Одну мы открыли. Одна, она нужна, которую открыли, нужна бабёхе. А это чье у нас? А, это дед у нас здесь. Это у нас домик деда, да-да-да-да. Хорошо. Тут у нас ничего нету. А, еще на пляже же есть воспоминания. Фу, на пляже. На смотровой площадке. Ну-ка, здесь еще у нас есть такое. Здесь дед у нас. Там. А ты что, ее не видел с понтом, да? Хорошо. Вот здесь что-то еще было, по-моему, у нас, да? А. Тут у нас дверка какая-то. А ключ... Пардон. А ключ от двери у нас у деда. Пойдемте вниз сходим. Там еще одно есть воспоминание нашего охотничка. Охотничек. Где она? Вот где тут? Вот она, да. Есть, я ж помню. 8 воспоминаний у нас. 8. Погоди, а что здесь такое? А где змей? А, нет, змей на месте. Ну-ка глянем, что у нас за воспоминания. То есть у нас уже 3. А, значит, отец охотится, а этот наш... будучи пацаном, таскает все капканы, тут какие-то ружья, еще что-то, все припасы, судя по всему. Ладно. Ладно. Может быть, это что-то новое увидит? Раз, да ёпарас, это давай. Назад, нет, нового он ничего не увидел. Хорошо. Хорошо. А что ж делать-то нам? А, мы ж птицу еще никак не завалим. Давайте-ка пойдем к птице. Стрельнем в задницу еще раз. Посмотрим, что будет. Птица завтрашнего дня. Птица счастья завтрашнего дня. Ну-ка, иди-ка сюда. Давай, пали по ней. На! Куда ты опять улетела? Ух ты. Все понятно. Охотник пошел за медалью. И случился обвал. К концу дня, да. А если? Ну, я, если честно, ничего не придумал. Что охотнику делать? Потому что собака... как бы она... Слушай, а может собаку подозвать? Может, она медаль-то возьмет? Ну-ка, иди сюда, шарик. Собака. Она медаль возьмет. Она же легче, наверное. Ну, судя, конечно, по этому самому... По объему-то тела она, наверное, тяжелее нас раза в два. У меня идея возникла. Подождите-ка. Если же... Нам надо как-то отвлечь пацана, правильно?
Все понятно. Все понятно. И предельно очень просто. Нам надо отвлечь пацана каким-то образом. От нашей собаки. От нашей псины. Я понял. Так. От нашей псины его надо отвлечь. Чтобы псина принесла медаль. Вот, и все. И обвал это не будет. То есть они проедут как бы нормально, ничего не случится. А как нам отвлечь его? Вот в чем вопрос-то. А веревку баба забрала уже, интересно? Я что-то не увидел. Нет, веревка висит. А, ну она не активна. Веревочка не активна. Хорошо. Птицу он не слышит. Птичка, птичка, птица. Птица улетела, все правильно. Птица улетела у нас. Хрен знает куда. Нам как-то надо привлечь его этим самым воздушным змеем, может быть, как-то. Черт его знает. Ну и пока не знаю, как привлечь псину-то вот эту вот, а? Давайте-ка подумаем. У нас, может, бабеха его сможет завлечь? Ну, хотя вряд ли. Здесь что у нас? Здесь у пацана есть там свой дворик. Дворик, где он там играет в баскетбол. Помните, по-моему, в первой серии это было у нас? Вот. Сюда тоже нельзя. Бабеха. Позвать собаку. Блин, дал пинка этому пацану, да и все. Моя псина. Хоть и вонючая. Опа. А, я сюда могу пройти-то? Не могу? Да ладно. Охренеть. Стоп, стоп, стоп. Ну ладно, мы сейчас там, наверное, там обойти-то можно? А я почему думал, что мы открывали уже эти ворота? Оказывается, нет. Ну ладно. Здесь у нас воспоминания нашей нашей любовницы. Тут хрен поймешь. Сейчас надо ворота открыть. Тогда, ну я не знаю, что делать, честно сказать. Может быть, сейчас открыть вот эту вот калитку. И перейти за училку играть. Вот что я думаю. Все, калитка у нас открыта. Перейти к концу дня, как бы, да? Сейчас еще здесь вот походим, поглядим. Может быть, что-то. Ну, не хочет она. А, там же еще и за пацана у нас открылось теперь. Все правильно. Ну, тогда в следующую серию, скорее всего, за пацана начнем. Нет, там нет ни хрена. Все, я понял. У нас, значит, за пацана есть... как их, воспоминания новые, и за блять, опять учителька. Ладно, и за любовница. Надо им как-то имена все дать. Пойдемте тогда сделаем обвал для того, чтобы нам персонаж переключить, как бы. К концу дня пошли. К концу дня. Угу. Слушай, интересненькая такая игрушка. Можно поиграть. Так разгадать все вот эти вот загадочки не так просто, я бы сказал. Вернее, не то, что разгадать, а сопоставить все по порядку. Вот этот весь сюжет воспроизвести. Ну давай. Сейчас будет обвал. Я не знаю, может быть, в следующей серии мы начнем за пацана сначала играть, потому что у него тоже есть воспоминалка. Сходим как раз к той картине, и, кстати, по-моему, она у него одна осталась. Сходим к картине и посмотрим, что же нам даст вот эти вот фотографии из воспоминаний. Давай, падай уже. Ну, это по-любому тут с собакой все связано. Да. По-любому с собакой связано.
Вот, все, у нас сохранение прошло. Давайте на сегодня серию заканчивать. И так уже долговато получилось. Ну ладно, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Фокс Малдер. Приятного просмотра, до новых встреч. Всем пока.